Всем привет, друзья! Меня зовут Даша, и я очень рада тому, что вы заглянули на мой канал. Это канал о вязании, о моем хобби, и сегодня у меня четверг, если я ничего не путаю, это 11 августа, и я с большим удовольствием после довольно долгого перерыва хочу сегодня записать новое видео. Это видео, скорее всего, будет в формате вязального эпизода, то есть оно будет не очень длинным, я просто буду сидеть здесь и рассказывать вам все эти новости, которые произошли за те 2 недели, пока я отсутствовала. На самом деле, вы ничего не пропустили, скажу я вам, поскольку у меня есть 2 небольшие готовые работы, один новенький процесс на спицах и немного вязальных планов в голове, поэтому всем этим сегодня с удовольствием с вами поделюсь. И для того, чтобы сделать это видео максимально полезным и информативным для вас, в конце я предлагаю поговорить о пряже Летлопи и об испытании временем. Если вы еще не знакомы с потрясающим моточком от бренда Лопи, который называется Летлопи, я сегодня покажу вам его поближе, покажу вам изделия, которые у меня связаны с этой пряжей, и покажу, как они трансформировались спустя время. Покажу вам один свитер, который я довольно часто ношу. Это вот такая вот лопопейса с листиками. У меня на канале есть несколько видео-мастер-классов по вязанию этого изделия. И ссылки вы, конечно же, обязательно найдете в инфобоксе. Там я все для вас оставлю. И еще есть несколько изделий из детского гардероба. Это штаны, лопопейса, несколько шапок. И мы с вами посмотрим, как эти изделия смогли пережить несколько зим активной носки. Вот, что случилось с пряжей, изменилось она как-то или нет. В общем, обо всем об этом сегодня с вами поговорим. Так что, да, друзья, если вы еще не заварили себе чай или кофе, не взяли вязание, то сейчас самое время поставить это видео на паузу, сходить за ароматным чайком, удобно устроиться в кресле с вязанием, и давайте с вами будем погружаться в уютную атмосферу моего северного вязания. И начать это видео, друзья, я хотела бы по традиции с коротенького рассказа о готовых работах. Рассказ действительно будет довольно коротким, поскольку готовых работ у меня всего 2, и они небольшие. Это вот такая вот шапка, связанная резинкой 2х2 и из двойного твида Donna Goal. И это жаккардовые носочки. Я думаю, эта готовая работа немножко поинтереснее, но, к сожалению, какой-то детальной информации об этом проекте я с вами поделиться не смогу. Эти носки я вязала в рамках теста, и описание должно будет выйти на следующей неделе, я думаю, в понедельник, примерно 16 августа. Но я думаю, чуть дальше я на этом моменте еще обязательно остановлюсь. В общем, у меня готовы носки и готова шапка. И это весь мой результат, друзья, за 2 недели. Все дело в том, что я практически не вязала. У меня конец июля и вот начало августа выдались невероятно загруженными, тяжелыми эмоционально, и было огромное количество каких-то бытовых вопросов, которые нужно было решать. Поэтому я полностью погрузилась и растворилась в своих каких-то делах. И на этой неделе, когда уже все более-менее устаканилось, я решила взять несколько дней просто в качестве такой паузы, небольшого отдыха для того, чтобы восстановить свой внутренний баланс и уже с новыми силами, с прекрасным настроением вернуться к съемке видео. Вот, поэтому готовых работ у меня практически нет, но давайте я обо всем об этом вам расскажу. Предлагаю начать с носочков. По-моему, в своем прошлом видео я показывала вам это изделие, но оно тогда начиналось из другой пряжи. Это была пряжа Nord от бренда Drops в петрольном и оранжевом цвете. И вот я начинала вязать эти носки, и потом я вам сказала, что что-то с ними там не так, и я буду их перевязывать. Так вот, друзья, я их перевязала, но я их начала перевязывать из Норда, но вот понимаю, что что-то мне не идет. И не шел мне цвет.
В общем, я поняла, что я немного не для души выбрала цветовое сочетание, и сейчас мне хочется каких-то немного других оттенков. Поэтому я нашла вот такой вот красивый светло-серый оттенок пряжи. Это тоже, кажется, Nord от бренда Drops. У меня эта пряжа была перемотана в два кейка, и я, к сожалению, не знаю, где от нее этикетка, поэтому детальную информацию о ней вам сказать не могу. И вторая пряжа, которая здесь присутствует, она такая вот яркая, секционная, я думаю, вам должно быть видно. Если что, я подсниму немножко ближе носки и покажу вам, возможно, на фотографиях, либо сделаю какой-то небольшой видеоролик. В общем, это пряжа секционного окрашивания, которую я покрасила сама. По-моему, опять же, в предыдущем видео я показывала вам моточки пряжи, которые я сама покрасила. И вот тот самый красивый зеленый моточек, который мне нравился, я решила пустить в дело. И вот, собственно говоря, такая вот замечательная носочная парочка у меня получилась. Пряжи мне хватило, я очень переживала, что вот этой зеленой, да, скажем так, пряжи компаньона мне не хватит, но она у меня даже еще немножко осталась, я очень рада. Конечно, на носки, наверное, 40-го размера пряжа, наверное, бы ушла вся в ноль или даже немножко не хватило, но так как я вязала носки для себя, они связаны где-то на 37-36,5, вот так вот размер ноги, но при сушке на блокаторе они немножко вытянулись, и сейчас, наверное, подойдут на 37, даже 37,5. Когда просто вяжешь носочек, он довольно плотненько так сидит по ноге, но после того, как ты его постирал, высушил на блокаторе, длина носка немножко увеличивается, и вот в моем случае они стали немного больше. Так, по поводу веса, я, наверное, вес носочка вот целиком и полностью подпишу на экране, но они довольно тяжелые, могу вам сказать. Все дело в том, что эти носки невероятно продуманы. Кстати, если я не сказала, я их вязала по описанию. Описание выйдет в понедельник, 16 августа. Автор описания Аня. И я очень признательна Ане за то, что она позвала меня в тест. Я на самом деле хотела давно связать полностью жаккардовые носки, но все как-то откладывала этот момент. И вы помните, что я купила себе спицы круговые Чиагу, такие укороченные 23 сантиметра, для того, чтобы вязать именно носки по кругу жаккардом, чтобы не было, знаете, никаких дорожек. И после того, как я купила эти спицы, мне написала Аня и пригласила потестировать описание ее новых носочков. Мне было очень приятно, и, знаете, я счастлива, что я их связала, они действительно получились классными, они очень теплые, и, как я сказала, эти носки, они невероятно продуманы. Если вы когда-то вязали носки жаккардом, вы знаете, что часть, которая вяжется жаккардом, она гораздо плотнее, чем те элементы, которые просто вяжутся, ну, не знаю, резинкой, например, или лицевой гладью. И в этих носках это все учтено. Резинка здесь вяжется с вытянутой лицевой. За счет этого резинка вот вверху, да, и сам пагелинок, они примерно одной толщины и примерно одной плотности. Это здорово. Плюс здесь уплотненная пятка бумеранг с клином подъема. В общем, я такую пятку вообще вязала первый раз. И, знаете, мне очень понравилась, она действительно классная. Я никогда не думала, что пятку бумеранг можно полностью связать уплотненным узором, но, как оказывается, можно. И, кстати, это пятка бумеранг, которая вяжется, знаете, вот без вот этой перемычки, то есть она вяжется просто, ну, как бы укороченными рядами и поворотными рядами. В общем, супер интересный способ. И мне еще понравилось, что у меня, наверное, впервые при вязании пятки бумеранг не осталось ни одной дырки. То есть все моменты очень продуманы в описании. Там Аня показывает, как поднять петли, где, каким образом лучше их поднимать, для того, чтобы не было дырок. Знаете, все прям идеально. Вот мне очень понравилось. По стопе здесь так же, как и по тыльной и по внутренней, да, наверное, так правильно будет сказать, стороне стопы вывязывается жаккард. Здесь внизу идут такие вот дорожки и цветочки. В общем, мне очень понравилось вязать. И мысочек здесь тоже уплотненный. Вот. Поэтому весь носок, он имеет одну толщину. Мне кажется, это здорово. Я когда-то смотрела видео девочек на YouTube, и они говорили, что не очень продуманы жаккардовые носки, когда мысок, пагелинок и пятка вяжутся в одну нить, то есть их нужно вязать либо в две нити, либо вот отличный выход сделать уплотненный узор. Мне кажется, это прекрасное решение
такой вот проблемки. В общем, носки получились отличные, я еще не делала фотографии, мне, конечно, нужно бы их сделать, но у нас ужаснейшая погода, у нас последние несколько дней штормовое предупреждение, оранжевый уровень, в общем, сильный ветер, дождь, вчера просто стеной, как будто бы, знаете, кто-то открыл кран и забыл его закрутить, и случился потоп. Вот у нас вчера была такая история, сегодня что-то среднее между дождь есть, дождя нет, но... В общем, погода не очень располагает для того, чтобы выйти и сделать какие-то классные фотографии с этими носочками. У меня была отличная задумка, но я не уверена, что я ее смогу воплотить. И, возможно, придется ограничиться какими-то фотографиями дома. Мне бы, конечно, этого не хотелось, но посмотрим. Так что у меня есть вот такая прекрасная готовая работа. Эти носочки я решила оставить себе, так как это мои первые жаккардовые носки. Я хочу, чтобы они у меня остались как память, знаете, такая... напоминание о моих первых жаккардовых носках и, да, тех первых эмоциях, которые в них вложены. В общем, о первой готовой работе я вам рассказала, друзья. И дальше я не знала, что мне повязать. Я наводила порядки в своих запасах пряжи. У меня просто огромное количество пряжи. Я поняла, что, наверное, мне нужно ее систематизировать и разместить на сайте Ravelry для того, чтобы понимать, что у меня есть, сколько у меня этого метров и на что мне этого, в принципе, может хватить. Но, честно говоря, из-за большой загруженности я пока не дошла до Ravelry, поскольку это нужно все фотографировать, это нужно тут, не знаю, полдома пряжи завалить на неделю и разбирать это все постепенно. В общем, я дошла коробку с твидом Don Eagle и поняла, что что-то давно эта пряжа у меня лежит без дела, надо бы что-то из нее связать. Кстати, я тогда нашла недовязанный свитер. Если вы помните, прошлым летом, кажется, я хотела связать взрослый свитер из двойного твида с жаккардовой кокеткой, сделать на него описание, такое как мастер-класс, но что-то у меня не пошло, у меня не пошла плотность, потому что я... Когда я вязала этот свитер, он-то привязан у меня к плотности, это не просто, знаете, там, наберите столько-то сантиметров, там все было про петли и про плотность, вот, и проблема в том, что в образце, когда я вязала, у меня была одна плотность, а в образце, когда я постирала его в стиральной машине, у меня была другая плотность, и в образце, когда я вязала кокетку, у меня была третья плотность, поэтому я поняла, что... Твид, наверное, это не самый лучший материал для того, чтобы начинать из него вязать какие-то лопопейсы и писать на них описание. Наверное, нужно очень набить руку, хорошо понимать эту пряжу и тогда что-то из нее вязать. Поэтому я решила, что мне нужна шапка на зиму, поскольку лета у нас не было. И, скорее всего, уже не будет в этом году. Сегодня у нас 8 градусов, прекрасная летняя погода, как раз для августа. Вот 8 градусов — это то, что надо. Вот, и хотя нам сегодня обещают до 11 плюс, но я уверена, что за счет того безумного ветра, который у нас за окном, это, не знаю, природная щедрость не будет оценена по достоинству. В общем, да, я поняла, что мне нужно просто связать шапку к своей зимней парке, потому что светлой шапки у меня нет. Но у меня есть зимний пуховик, ну, такая как спортивная куртка, и у меня нет светлой шапки к этой куртке. У меня есть коричневая шапка к моему пальто, вот. А вот какой-нибудь светлой шапки к пуховику у меня нет. И вот я решила, что будет у меня шапка из твида, и вот что у меня получилось. В общем, это такая шапка-тыковка, самая обычная. Я, наверное, вставлю фотографию, как она выглядела до ВТО. Это, конечно, просто, не знаю, кровь из глаз. Вязала я эту шапку на 84 петлях на спицах 4,5. Твид двойной, Don Eagle. По-моему, это 190 метров на 100 грамм, если я не путаю. В общем, я сначала отстирала пропитку вручную, я замочила с специальным мылом довольно горяченькой такой водички эту шапку. Она хорошенько так распушилась, пряжа расправилась, немножечко подсобрались все эти дырочки, но я все равно понимала, что она недостаточно подвалялась, скажем так, да. И поэтому после того, как пропитка была отстирана, я засунула его в стиральную машину,
да, нарежем шерсть вместе с каким-то своим домашним просто свитером, и там постирала, и знаете, пряжа очень хорошо раскрылась, она прям такая плотненькая, пухленькая, хотя я думаю, что, наверное, еще одна стирка такая в машинке этой шапки не повредит для того, чтобы она, знаете, как уселась уже туда, куда ей нужно усесться, и она больше не мигрировала, да, в размерах, вот. В общем, давайте, наверное, я ее примерю. В общем, шапка выглядит вот так, но я уверена, что она еще немного потянется в процессе носки. Дело в том, что твид, он растягивается, и сейчас это, конечно, выглядит хорошо по голове, но я специально вязала так, чтобы шапка сидела по голове, с расчетом на то, что в процессе носки она 100% растянется. Так что вот моя готовая работа номер два. Теперь нужно привести свою прическу в нормальный вид. И да, друзья, в общем, на этом мое вязание закончилось. Я очень долго не вязала, не знаю, наверное, неделю, вообще не брала спицы в руки. Мы делали ремонт в детской комнате, я красила стену, мыла полностью все, что можно было помыть, стены, потолок, в общем, абсолютно все. У меня потом болела несколько дней спина, руки, ноги, и я просто не хотела вязать, мне просто нужен был отдых, поэтому я бездельничала и отдыхала. Вот. Вчера мы с мужем решили поехать в Швецию. Нам нужно было закупить продукты. И я подумала, что, наверное, мне стоит взять мою сумочку, в которую я наложила остатки твида. Опять же, двойного, одинарного, в общем, всякого твида. И вчера в дороге я начала вязать шапку. Это Галанта твид. Это самый тонкий твид в линейке Donna Cole. Я его вяжу в три нити на спицах номер 4,5. Я тоже набрала 84 петли, и это будет шапка жаккарда. Здесь я хочу связать двойную резинку, которая будет, ну вот примерно такой же, как здесь. Наверное, я сделаю такой отворот, может быть 10-12 сантиметров, примерно так. То есть я отвяжу резинки где-то 12 сантиметров, и потом я перейду к вязанию уже жаккарда, чтобы когда я буду отворачивать подворот, он у меня прикрывал жаккард. Вот, я надеюсь, я понятно объяснила. Дело в том, что жаккард обычно довольно плотный, а резинка, она все-таки такая, знаете, более пластичная. И мне не хочется, чтобы шапка, ну, как-то нехорошо выглядела. Я решила, что я сделаю просто отворот и сделаю полностью жаккардовую шапку, и отворот будет часть жаккарда просто собой прикрывать. Какие оттенки я буду использовать? Ну, в общем, те, которые у меня есть. Это вот такой вот белый твид, как у меня на шапке. Вот такой точно. Он с голубыми и, по-моему, светло-желтыми крапушками. Также у меня здесь есть горчичный твид, но он у меня одинарный. Я буду вязать его в две нити. Так, у меня тут бардак очень большой. Так, и у меня есть еще немного серого твида. Вот такой вот светло-серый твид, тоже двойной. Он у меня остался от лапапейсы мужа. Это с черными, голубыми и горчичными крапушками. Ну и, собственно говоря, черный твид – это Галанта. Так что у меня тут такая вот смесовка, абсолютно дикая, разных вариантов твида, и я вяжу из них шапку. Когда эта шапка обретет какие-то законченные черты, я вам обязательно ее покажу. И все вам о ней детальненько расскажу. Если вам будет интересно, то я поделюсь с вами схемой жаккардового узора. Но он будет какой-то супер простой в виде каких-то там ромбиков и крестиков, наверное, как всегда. Вот, друзья, собственно говоря, это все, что я вязала и вяжу сейчас. Почему же я вяжу так мало? Дело в том, что, как я говорила, у меня был довольно загруженный период. Я занималась наведением дома еще потом порядков. Я разбирала свой гардероб, детский гардероб, мужа гардероб. Я поняла, что у нас огромное количество одежды. На самом деле, вот мне для, наверное, комфортного ношения вот круглый год достаточно трех
трех свитеров, ну вот может быть четырех, трех лапопейс и одного какого-то нейтрального свитера. Вот мне этого достаточно. У меня, по-моему, 7 свитеров на сегодняшний день, и я понимаю, что это слишком много. Я просто не успеваю все это носить. Каждый день одевать новый свитер, мне кажется, это чересчур, это точно не в моем стиле. Вот, и вязать для себя очередной свитер я как-то не захотела, вот, да, будем говорить как есть. Я просто залезла в свой шкаф, я посмотрела, что у меня там слишком много свитеров, и вот у меня было желание начать несколько новых процессов, показать вам их. Я хотела связать свитер и аранами, и связать свитер из альпака твит, как он называется, soft твит от Drops, да, который я недавно купила упаковку. И я понимаю, что этот свитер мне в принципе ни к чему, потому что у меня гора просто свитеров, которые я не успеваю носить в шкафу. И вязать для того, чтобы продать этот свитер, да, возможно, это неплохая идея. Но я пока думаю. В общем, мне нужно готовиться к рождественскому маркету, который у нас будет в декабре. И я хочу, наверное, связать какие-то шапки. Вот, потому что заморачиваться с вязанием свитеров для маркета... Я не уверена, что это хорошая затея. Возможно, я, конечно, свяжу несколько свитеров, детских свитеров свяжу. Вот, потому что свитер требует большого количества времени, большого количества пряжи. И ты не можешь поставить супер высокую стоимость, да, для того, чтобы приятно окупить свои затраты по времени, затраты по пряже. И, ну, вряд ли кто-то будет покупать свитер, да, на ярмарке, например, за $250, там, к примеру. Вот, все хотят цену поприятнее, там, $150, ну, к примеру, вот, $100 за свитер, вот. Такую цену все хотят, а я не хочу продавать свитер так дешево, вот. Поэтому, да, поэтому я буду вязать шапки для маркета. Я надеюсь, что в этом году я не заболею, как в прошлом. Кстати, да, были когда-то вопросы у меня под видео, спрашивали, как прошел мой прошлогодний рождественский ярмарок. Продала ли я там шапки, которые я вязала? Нет, друзья, я на прошлый рождественский ярмарок не попала. Если вы помните, я перед Рождеством заболела ангиной очень сильно. Наверное, больше недели я лежала с температурой 40 и с полным отсутствием голоса. Естественно, в таком состоянии я была не, ну, я просто не могла пойти и целый день продавать свои шапки и носки. Поэтому весь мой ящик навязанного добра стоит и ждет ярмарки в этом году. Но я решила, что, наверное, мне нужно немножко расширить ассортимент шапок. И помимо тех базовых моделей, которые там у меня навязаны и представлены, добавить туда немножечко жаккардовых, каких-то местных, скажем так, шапок. Вот. Так что буду вязать вот шапки. У меня очень много остатков пряжи. Я смотрела... Оля с канала «Северное вязание» показывала, как она прекрасно пристраивает остатки пряжи «Каризма», «Непал» в прекрасные жаккардовые шапки. Я подумала, наверное, это чудесный способ утилизировать мои три коробки с «Непалом», «Лимой» и «Каризмой». Вот, потому что эта пряжа стоит, она там цветная, разноцветная для всяких жаккардов, но вот они не вяжутся. Поэтому буду вязать, буду делиться с вами. Что у меня получается, я надеюсь, надолго я пропадать не буду, и мы с вами обязательно скоро увидимся, и я продолжу вам свое повествование о вязании. Вот, друзья, дальше я предлагаю вам переключить с формата «Руки в кадре» и поговорить о пряже Летлопи и о ее прекрасных, чудеснейших свойствах, мной горячо любимых. Вот, так что давайте с вами сейчас переместимся за стол. И я вам покажу поближе свой любименький моточек. И также покажу вам свитера, которые я на протяжении многих лет с любовью ношу, горячо люблю. И вот, понимаете, когда у тебя в гардеробе есть вот такой свитер, как, например, вот этот красавчик, руки к другим не особо тянутся. А у меня еще есть Мариус, который я тоже очень люблю. И еще у меня есть целая куча любименьких свитеров, которые я не успеваю поносить, знаете, вот прям от души, чтобы он аж приелся. Вот, не успеваю. Поэтому
Не уверена, что я буду в этом сезоне много вязать свитеров для себя. Возможно, я буду вязать какие-то детские изделия, возможно, буду вязать детские изделия, писать на них описание и готовить эти свитера для ярмарки. Вот такие идеи у меня есть на сегодняшний день. Да, возможно, это кого-то из вас очень сильно разочарует, но так и есть. По крайней мере, вот на сегодня я так чувствую, поэтому я так говорю. Возможно, завтра я проснусь, у меня появятся какие-то безумные идеи в голове, поменяется целиком и полностью мой, не знаю, видение жизни, да, скажем так, мой кругозор, мой... Я не знаю, как это сказать. Я так давно, друзья, не снимала на камеру, что я не могу вспомнить половину слов. Понимаете, на русском языке вот я сижу, у меня в голове прокручиваются фразы на разных языках, и я не могу вспомнить, как это сказать на русском языке. В общем, возможно, завтра, послезавтра, через неделю у меня целиком и полностью поменяется видение ситуации, и я снова ударюсь в безудержное вязание лапопейс. Ну вот сегодня есть как есть. И да, так как я с вами тут делюсь всем тем, что у меня в голове, всем тем, что происходит у меня сейчас на спицах, я считаю, нужно с вами этим поделиться. Вот. Теперь точно все, и идем с вами смотреть пряжу для Тлопи и детские одежки. Очень поношенные. Да. И давайте, друзья, теперь детально поговорим об изделиях, связанных из пряжи для Тлопи, и покажу вам, как они носятся, как пряжа изменяется за время носки. И я специально подобрала, во-первых, все изделия, которые у меня связаны из одного типа пряжи, это пряжа именно для Тлопи. И здесь одежда как из моего гардероба, которая носится довольно аккуратно. И также есть одежда из детского гардероба, это детские штаны, а также лапопейса. И эта одежда очень нещадно, безжалостно эксплуатируется уже несколько лет, поэтому есть на что посмотреть. Также я покажу вам шапки. Одна шапка, она прошла, я не знаю, огонь, воду, медные трубы, ей несколько лет, и где она только у нас не побывала. И вторая шапка находится в довольно щадящей такой эксплуатации, поскольку она была связана только в середине прошлого зимнего сезона и еще мало поношена, поэтому я вам покажу разницу. Но прежде чем перейти к детальному обзору именно одежды, я хочу в нескольких словах остановиться на самой пряже, покажу вам моточек, как выглядит эта пряжа. Вообще у меня на канале есть отдельное видео, которое посвящено пряже для Тлопи. Единственное, этот ролик я снимала еще в начале ведения канала, и, наверное, ему года 4, и там я... Наверное, много лишней какой-то информации рассказываю в начале, но в любом случае я ссылочку вам оставлю, если вам интересно посмотреть на пряжу для Тлопи, на мои первые ощущения от работы с ней, то вы можете перейти и посмотреть. А сейчас же я кратенько расскажу вам какие-то основные моменты. Во-первых, эта пряжа произведена в Исландии. Для ее производства используется шерсть исландских овец, которые живут, растут, рождаются в очень суровом северном климате. Они находятся на вольном выпасе, то есть они просто гуляют по островам и сами пасутся, их потом просто ловят и стригут. Стригут их не очень часто, и для производства шерсти используют как такой мягкий подшерсток, так и жесткий волос, который, ну, находится сверху, да, на руне, можно так сказать, овечки. И за счет этого пряжа обладает невероятными свойствами. И эти свойства, они как раз продиктованы образом жизни овец, климатом, в котором они живут. И эта пряжа обладает прекрасными водоотталкивающими, ветрозащитными, какими-то, ну, невероятными просто свойствами, великолепными для северного холодного климата. Изделия, связанные с этой пряжей, во-первых, они очень теплые, они прекрасно сохраняют тепло, они не пропускают влагу, защищают от ветра и, как я уже сказала, при этом изделия очень легкие. Мне кажется, это огромный плюс. Можно связать довольно большой свитер, и он будет легкий. То есть это не будет кольчуга, знаете, как, например, из смесовки шерсти альпака. Вот я всегда сравниваю, например, пряжу для Тлопи и Непал. Непал, свитер из Непала будет весить, не знаю, раза в два больше, чем свитер из для Тлопи. Вот, и поэтому я всегда среди всех видов пряжи всегда выделяю именно эту позицию для себя,
Мне нравится и палитра максимально натуральная, такая природная, и свойства пряжи тоже великолепные. Значит, по составу вы, наверное, уже догадались, что это стопроцентная шерсть. Она ровничного типа, то есть здесь как будто бы сваленные между собой волокна. И метраж на 50 грамм 100 метров. Спицы рекомендуют использовать номер 4-5. И здесь, друзья, я хочу сказать так, что когда я только начинала свое знакомство с пряжей Летлопи, я вязала ее на спицах 4,5. И лично мне кажется, что это очень маленький размер спиц для этой пряжи. Дело в том, что спустя время и количество стирок, да, которые проходит эта пряжа, она немножечко подваливается, очень сильно распушается, и ей для этого нужно место. Я считаю, что прекрасный номер спиц для ее вязания это 5 и 5,5 для жаккарда. Вот это, мне кажется, самое правильное решение. И я покажу вам сегодня детскую лапопейсу, которую я вязала на 5 и на 5,5, и детские штаны, которые связаны на пятерке, и покажу вам шапки, которые связаны на 4,5 и 3,5. И вот шапка 3,5, она просто валенок, потому что пряжи некуда было раскрыться, и она вот просто стоит колом. Но в этом, конечно, тоже есть свои какие-то, возможно, плюсы. Это абсолютно ветронепродуваемое и непромокаемое изделие, но тем не менее, оно, наверное, не супер приятное, ну, в плане ношения. У пряжи есть один нюанс. Она колкая, даже не совсем колкая, я бы сказала, она шершавая. То есть вот когда трешь вот так вот по коже моточком, ощущение, что она немножечко царапает. Знаете, вот как мочалочка. Я бы так сравнила. Она немного трет палец в процессе вязания. То есть когда вы вяжете там 2-3 мотка, возможно, вы этого не почувствуете. Но я вязала несколько свитеров подряд. И особенно, когда ты вяжешь большие изделия, например, размера 2XL, можно натереть палец. То есть такое неприятное ощущение, как будто бы ты натер руку чем-то. В общем, не знаю, как объяснить. Вот если вы сильно удерживаете и натягиваете пряжу, и она с натяжением идет у вас по пальцу, то, связав свитер, вы почувствуете это неприятное чувство. Но, в процессе ВТО пряжа очень сильно преображается, она становится более ровной, более мягкой, и чем больше вы стираете свитер, чем больше вы его носите, чем больше он, скажем так, эксплуатируется, тем мягче и приятнее становится полотно. И я сейчас это наглядно вижу на примере, например, детских изделий, которые более часто используются, и своих свитеров. Хотя, например, свой свитер я вязала раньше, детский позже, но тем не менее детские свитера, они более мягкие и более приятные, потому что я их стирала просто миллион раз и уже сбилась со счета, сколько раз они были постираны и руками, и в машинке, и по-всякому. Вот, и они гораздо мягче, гораздо приятнее, чем свитера, которые меньше носились и меньше стирались. Вот, я надеюсь, общий обзор пряжи закончен и вам все более-менее понятно. Если вдруг нет, то вы можете всегда задать свои вопросы в комментариях. И также я советую вам посмотреть ролик, ссылочку на который я оставлю также внизу. И чуть раньше он появлялся в виде подсказки на вашем экране. Теперь же давайте перейдем к изделиям. Начну я, наверное, со своего свитера. Это один из первых свитеров, который я связала из пряжи Летлопи. Первый был Мариус. Вот. И второй свитер это вот этот с листиками. Я сейчас, друзья, постараюсь вам показать пух, который здесь присутствует. Вот видите, такие длинные-длинные волоски. Вот так раскрывается пряжа. И да, сейчас свитер, он немножечко слежен. Дело в том, что он пролежал у меня, можно сказать, все лето в шкафу. Я его не носила. И сейчас вот я его достала и думаю, что я буду его носить активно этой осенью. Вот такой здесь ворс, просто невероятный. После ВТО этот пух, вот этот ворс, он так вот обволакивает весь свитер и прекрасно защищает от ветра. Плюс, благодаря вот этим вот длинным волоскам, влага как-то не сразу впитывается в изделие, и даже если вы попадаете под дождь,
Ну, если вы, конечно, не 2 часа стоите под проливным дождем, то вероятность того, что вы абсолютно не намокнете внутри и останетесь в тепле, примерно 100%. Вот. У меня много раз такое было, что я попадала под дождь в этих лапапейсах, и, ну, я не успевала промокнуть. То есть благодаря вот этим вот длинным волоскам, они, кстати, очень мягкие после стирки становятся, эффект защиты от ветра и от влаги. Вот. А насчет самого полотна. Я хочу сказать так, что... Давайте покажу вам протяжки. А после стирки вы видите, что вот эти все протяжки, они как бы прилипают к основному полотну и вообще не доставляют никакого дискомфорта. Поэтому даже если вы вяжете жаккард с протяжками из пряжи Летлопи, это, ну, никак не отразится на процессе носки. То есть не обязательно, не знаю, там стараться вязать жаккард без протяжек, чтобы они ни в коем случае не мешали. Эта пряжа, она настолько сильно сцепливается за счет вот этих длинных волосков друг с другом, настолько прилипает жаккард к основному полотну, что оторвать эту протяжку и там засунуть туда палец, ну, практически невозможно. Нужно очень постараться. Поэтому жаккард можно спокойненько вязать с протяжками. По поводу носки. Я вязала этот свитер довольно давно, наверное, в 2019 году. Мне так кажется. И с тех пор я его ношу. Я не могу сказать, что я ношу его прям, знаете, вот круглогодично, но периодами я к нему возвращаюсь и прям активно его использую. Ну вот одна катышка, которую я только что смогла найти и оторвать. Давайте, наверное, с вами посмотрим, как выглядят рукава. Вот здесь, видите, есть какой-то момент. Но еще раз повторюсь, я никак не чищу эти свитера, то есть я за ними не ухаживаю. Я просто его ношу. Если он загрязняется, там я его могу постирать. Стираю я в стиральной машине на режиме шерсть лапапейса, отжимаю на 800 оборотов и достаю уже практически сухой свитер, раскладываю его на ровной поверхности, и он сохнет. Вот. Вот так выглядит полотно. Видите, довольно плотное оно. При этом я вязала на спицах 4,5. И мне кажется, что это немного плотновато. Вот. То есть он абсолютно не просвечивает. Вот я очень стараюсь сейчас пальцем провести. Немножечко видно мой палец. Но, в принципе, полотно довольно плотное. То есть оно не дырявая, не светится. И я сделала для себя вывод, что оптимальный номер спиц для вязания лапапейс – это спица номер 5. Да, резинки, конечно, лучше вязать на спицах поменьше, брать четверочку или 3,5 для резинок. И жаккард, возможно, даже спицы 5,5, вот, если вы перетягиваете. А жаккард для того, чтобы после стирки и в процессе носки ваш свитер не стоял колом. Вот, это очень важно, мне кажется. В общем, как вы понимаете, за много лет такой щадящей носки мой свитер абсолютно никак не поменялся. То есть он выглядит так же прекрасно, как и после того, как он был связан. Теперь же давайте перейдем к детским вещам, и я покажу, что Оливия сотворила со свитерами, которые она носила на протяжении 2 лет в детском саду. И это будет свитер Мариус. Я его связала в начале 2020 года, мне кажется, в начале января. И вот получается зима 2020 и зима 2021. Этот свитер был в детском саду. Он, конечно, просто невероятно мягкий котенок. Это я вам сразу говорю. То есть тактильно мой синий свитер вот этот и детский Мариус, они очень сильно отличаются. Мой еще немножечко напоминает собой, знаете, вот эту шершавую мочалку, такую наждачечку, я бы сказала. Но детский свитер это просто мягчайший, не знаю, нежнейший, как бархатный котенок. В это сложно поверить, особенно если вы не очень активно носите лапапейсы из лопи. Но чем больше вы их стираете, чем больше вы их носите, тем мягче и приятнее они становятся. И вот детский свитер тому явное подтверждение. Здесь есть вот такой момент. Этот свитер Оливия носила вместе с комбинезоном, который на молнии и на липучке. И в детском саду иногда их, знаете, вот так немножечко прираскрывают, когда на улице, ну, не супер холодно, и липучка все время прилипала к свитеру и сделала здесь вот это. Я не знаю, видно вам это или нет, но здесь просто такой ворс везде.
Но здесь как будто бы даже не катышка. Ну вот, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, когда вы берете к вязаному полотну липучку, например, от куртки, и все время вот так вот делаете, и липучка делает что-то наподобие затяжки, не затяжки, в общем, такое вот закатанное место. Здесь есть такой момент. Вот. Но посмотрите, какой здесь ворс. Не уверена, что камера способна это передать, но вот это. Вот такой длины. Дальше. Дальше здесь есть, конечно, катышки. Вот. Но это все носится под куртку, под пуховик. И ребенок каждый день в саду, то есть вот 5 дней в неделю зимой, она в нем ходила в детский сад. Даже когда на улице у нас уже была весна, иногда даже начало лета, она носила его без куртки. И если вдруг вы здесь увидите где-то торчащую траву или какой-то мох, который не выстирался машинкой, то знайте, что это последствия. В общем, здесь очень такие вот длинные волоски, которые выбиваются из белой пряжи. Они очень сильно видны на синем фоне. Вот такие вот небольшие катышки есть. Но при этом внутри все выглядит довольно неплохо. Что случилось с этим свитером? Оливия его порвала. Да, в нескольких местах очень сильно. Она каталась, ну, как вы понимаете, без куртки, просто со склона, и за что-то зацепилась. И вот она порвала низ закрытия. В нескольких местах здесь и вот здесь. И пряжа не распускается. То есть она настолько сцепилась между собой, что она абсолютно не распускается. Я буду это дело отрезать, скорее всего, вот так. И надвязывать длину, потому что мне нужно надвязать рукава в этом свитере и надвязать тело. Вот, я почищу его, наверное, специальным гребешком. У меня есть такой, как гребешок для шерсти, да, который чистит от катышек. В общем, вот этот момент почищу, немножечко почищу здесь рукава. И отрежу манжеты и довяжу длину рукавов и корпуса. По ширине свитера Ливи еще как раз, но вот длина критична, то есть она прям впритык и нужно бы подлиннее, поэтому я буду довязывать. Так что да, вот так выглядит свитер. Покажу вам еще со спинки. Вот такой пушистый. И по поводу жаккарда. Вот, кстати, последствия, да, прогулок. Вот такие вот штуки я постоянно выбираю из детских свитеров после сада. Посмотрите, как выглядит изнанка жаккарда. Она просто вот абсолютно привалялась, мягенькая, приятная, тоже очень пушистая. Такая вот красота. Дальше. Дальше я покажу вам еще шок-контент. Это будут штаны. И здесь, конечно, катышек побольше. Но, как вы понимаете, друзья, штаны носятся тоже под пуховик, то есть под штаны, под комбинезон зимний. И здесь вот, конечно, в тех местах, где трется так вот этот мох, уже прилип к штанам. К тем местам, где, ну, максимальное трение, да, вот между ножками возникают вот такие вот моменты. Вот такие вот катышки. Но эти штаны носились год. То есть целый год ребенок ходил в них в сад. И, как я говорила, зимой это просто вот на каждодневной основе. И когда у нас были холодные весенние, осенние дни, Оливия ходила тоже в них в сад. Но уже без, скажем так, без зимнего комбинезона, ну там с резиновым костюмом от дождя. Просто так, когда на улице холодно, она их одевала. И вот даже сейчас, когда у нас были каникулы в саду, этот костюм был дома. И Оливия часто выходила на улицу погулять. Она просто брала эти штаны, они лежали у нас в коридоре, одевала этот свитер, эти штаны, и могла выйти и даже усесться на мокрую уличную мебель, вот, для того, чтобы подышать свежим воздухом, как она говорит. Естественно, пятой точкой в лужу.
Вот. И несмотря на вот такую жестокую эксплуатацию, внутри штаны остаются сухими и тепленькими, да, и это, мне кажется, очень важно для детей. Естественно, на голое тело эти вещи не носятся, они носятся на какое-то еще дополнительно термобелье, либо колготки, либо леггинсы, ну, то есть в зависимости от сезона. Вот, я думаю, здесь тоже нужно будет довязать длину. Вот. По-моему, эти штаны я вязала на спицах номер 5, если мне память не изменяет. А ну, в одном из своих видео прошлого года я точно об этом рассказывала. Надо будет, наверное, пересмотреть. Плотность меня вполне устраивает. То есть, вот как для штанов это довольно мягкое, приятное полотно. Резиночки тоже связаны довольно плотненько. Вот. И я заметила, что резинка 2 на 2 выглядит гораздо симпатичнее, чем резинка 1 на 1. Если вы помните, когда я только начинала вязать из пряжи Литлопи, я никак не могла найти идеальный вариант резинки для этой пряжи. Дело в том, что резинку 1 на 1 она не держит, выглядит в ней отвратительно. Поэтому вот в первых своих свитерах я использовала скрещенную резинку 1 на 1. Я скрещивала лицевую петлю по лицевой стороне. И по изнаночной у меня, по-моему, да, обычная вот изнаночная петля и скрещенная лицевая. Вот, тогда это выглядело неплохо, но я нашла более удачный вариант. Это резинка 2 на 2. Вот, она выглядит, как вы видите, потрясающе. Дело в том, что пряжа резинку не держит, и поэтому резинка 1 на 1, ну, смотрится плохо. Вот, и я буду, скорее всего, когда перевязывать лапопейсу, я резинку по низу и по рукавам тоже оформлю 2 на 2. И вот вам такой совет от меня. В общем, если ищете хороший вариант резинки, это 2 на 2. Теперь давайте поговорим о шапках. А вообще, если вы живете не в очень холодном климате, но хотите на зиму для ребенка связать классную теплую шапку, вы можете использовать какой-то, например, нежный, не знаю, там, кашемир, как внутренний подклад. И в качестве внешнего слоя использовать пряжу Летлопи. Тогда вашему ребенку, даже если он супер чувствительный, это не будет колоться, но при этом шапка будет теплой, защищать будет от ветра, от какой-то влаги, и мне кажется, это будет прекрасный вариант. Также можно сочетать эту пряжу с мериносом. Например, использовать гладкий гребяной меринос, такой как, не знаю, Merino Extra Fine Drops, или вот этот есть BBB, Lanogato и так далее. То есть вот эти такие пружинищие мериносы, но они холодные, поэтому я как-то их не очень люблю для шапок, но если, например, вашему малышу прям все кусается, то вы можете внутренний слой сделать вот из мериноса, а внешний слой, да, вот как раз связать из пряжи Летлопи. Вот первую шапку, которую я вязала, нет, это на самом деле уже вторая шапка, первая была красная, она, к сожалению, до сегодняшнего дня не дожила. Я вязала ее на спицах 3,5, и вы можете посмотреть, что это абсолютно пуленепробиваемое, не знаю, ветронепробиваемое полотно, где даже петли сложно рассмотреть. Просто эта шапка, она полностью связана из Летлопи, и внутренний, и внешний слой. Единственное, здесь кулиска связана из, по-моему, каризмы и завязки. Тоже из каризмы связаны, то есть это стопроцентная шерсть. Эта шапка очень теплая, она очень толстая и она вообще не продувается. Я помню, зимой у нас были очень сильные холода, минус 20, но очень сильный ветер и у нас высокая влажность. Наши минус 20, я не знаю, с какими погодами можно сравнить, можно обморожение спокойненько получить, если хорошо не утеплиться. Поэтому ребенок ходил именно в этой шапке в морозы, и всегда ее голова была теплой. То есть вот насколько бы холодно не было на улице, всегда ребенок приходит домой, видишь эти красные, просто бордовые щеки, думаешь, ну все, ребенок замерз, снимаешь шапку, а голова тепленькая и такая не потная, то есть, а именно хорошая теплая голова, теплые ушки. Вот, поэтому, несмотря на то, что это просто шерсть, да, без каких-то там меховых составляющих, это действительно очень классные и теплые шапочки. И в замену вот этой шапки, которая уже стала маловато, я прошлой зимой связала вот такую шапку, уже без ушек, просто здесь такое вот интенсивное закрытие, как шапка-тыковка. Верхний слой из Летлопи, внутренний частично из пряжи Непал, вот, и опять же из
лет лоб и сама макушка. Вот, чтобы это тоже место не продувалось и не промокало, если вдруг дождь. Здесь можно снимать помпон и, например, использовать эту шапку в тандеме с капюшоном. Ну или если хорошая погода, без сильного ветра, то можно установить помпон и просто одевать шапку. Она достаточно теплая. Кстати, эту шапку я вязала на спицах большего размера, наверное, на 4,5 спицах, мне так кажется, потому что здесь, ну, полотно более такое не забитое. То есть вот если сравнивать Непал, который так вот хорошо раскрылся и подвалялся, потому что я вязала его точно на спицах 3,5, то пряжа летлопи выглядит великолепно. Вот. И сама шапка, она такая, знаете, вот она мягкая, то есть ее так можно сжать руками. Если вот эту шапку сжать руками практически невозможно, она вот, знаете, как стоит вот просто, то эта шапка такая более пластичная, более приятная, мне так кажется. Вот по поводу спиц, мне кажется, я свои рекомендации озвучила. Мне кажется, идеальный вариант для лапопейс – это 5-5,5 на жаккард. Для шапок это где-то 4,5. Имейте в виду, что вы будете стирать это полотно, и оно будет еще раскрываться, еще больше уплотняться, и будет появляться еще больше пуха и так далее. Поэтому нужно оставить шапке немножечко места. И, кстати, первую трансформацию вы увидите после стирки. Вот. Кстати, да, я не советую вязать такие шапки однослойными. Мне кажется, что два слоя – это вот прекрасный вариант. Внутренний такой более легкий и внешний более, более такой теплый, основательный уже из лопи. Так что, друзья, вот они, испытания временем. И вы можете посмотреть, что пряжа, ну, она хорошо себя показала, она хорошо себя ведет. И я не могу сказать, что я там обслуживаю как-то по-особенному, нежно, собирая пылинки с этих изделий. Нет, я стираю в стиральной машине на режиме шерсть, детские вещи так вообще. То есть я забираю с детского сада, иногда мокрые, иногда грязные, душем вот так вот грязь отмыла и в стиральную машинку. То есть никто с бубнами вокруг этих вещей не пляшет, и вы можете посмотреть, что пряжа прекрасно себя ведет, и с годами она становится только лучше. Поэтому, несмотря на цену, не очень маленькую, не очень гуманную на эту пряжу, я продолжаю ее горячо любить, и в будущем, если мне захочется вязать, я всегда, всегда буду обращаться именно к этому потрясающему моточку. На этом, друзья, я буду заканчивать свое видео. Надеюсь, что оно было интересным, полезным. Вы не уснули под мой монотонный рассказ о пряже летлопи. Я рада была для вас снимать это видео. Не прощаюсь с вами надолго. Говорю вам просто до новых встреч. Мы увидимся, как всегда, очень скоро в новом видео. А на сегодня у меня все. Всем пока-пока!